Красноярске тем временем в ближайшие дни ожидаются плюсовые температуры. По данным гидрометцентра, в субботу днем столбик термометра еще будет на отметке минус 1. Ночью похолодает до 5 градусов ниже 0. Пойдет снег, который в воскресенье может смениться дождем. Температура поднимется до 0. В понедельник обещает плюс 1, но уже во вторник погода начнет меняться. В этот день похолодает до минус 7, а к вечеру будет уже до минус 17. Среднесуточные температуры в этот период будут выше среднемноголетних примерно на 12-14 градусов. Значит, пройдет снег, и уже к среде ожидаем ночью 12-14 в городе, а днем 10-12. По территории 12-17, по северу до 27, а дневные составят порядка 11-16, север до 25, четверг также дальнейшее похолодание. Такие перепады плохо скажутся на дорожных условиях. Скорее всего, будет гололедица. Это коснется и всех федеральных трасс. В связи с этим дорожные службы переходят на усиленный режим работы. Водители просят быть максимально внимательными и по возможности отказаться от дальних поездок в ближайшие дни. Мы, конечно, переходим на усиленный режим работы, готовы обеспечить дорожной техникой все федеральные трассы в количестве 270 единиц техники. Будем круглосуточно обследовать трассы. Обычно это происходит два раза в день. В связи с усиленным режимом работы это будет происходить каждые 3 часа, для того чтобы мы могли оперативно принять необходимые меры по устранению последствий снегопада, соответственно, вовремя обработать противогололедными материалами.